Привет, меня зовут Ксюша, добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Сегодня хочу поговорить с вами об одном интересном бренде. Бренд заинтересовал меня не только оформлением или составом, но и своей концепцией. Будем мы говорить о бренде Sapio. Бренд Sapio – это европейский бренд. Почему именно европейский? Потому что у него нет определенной страны изготовления. Какие-то продукты изготавливаются в Швеции, какие-то в Швейцарии, какие-то в Германии, поэтому бренд именует себя европейским. Косметика и БАДы, которые производит этот бренд, посвящаются жителям больших городов и, в частности, жителям мегаполисов. Потому что мы в нашем напряженном ритме жизни, пытаясь чего-то достичь, стремясь все время к новым вершинам, разрывая зачастую между работой и семьей, подвергаем наш организм неминуемому стрессу. И здесь, конечно, речь идет не о стрессе в прямом смысле, хотя стресс наносит существенный урон нашему организму, но и о стрессе оксидативном, о том самом стрессе, который получают клетки нашей кожи и нашего организма при ультрафиолетовом излучении, при свете компьютеров или телевизоров, при каких-то воспалительных реакциях в нашем организме, да и просто под воздействием старения. Sapio стремятся к тому, чтобы тот уход, который они предлагают, и те биологически активные добавки, которые они изготавливают, входили в наш ритм жизни как полезная привычка, подобно тому, как мы умываемся, чистим зубы, занимаемся спортом. Концепция Sapio заключается в том, чтобы поддерживать правильный, естественный ритм нашего организма, не отягощать нашу кожу какими-то лишними компонентами и делать ее более здоровой и молодой. Первое, с чего я хочу начать, это средство для умывания из линейки антиакне. Когда я получила этот продукт, думаю, зачем мне антиакне, у меня вроде нет, слава богу, такой напасти. Но потом я очень обрадовалась, что мне прислали именно этот гель для умывания, потому что мне есть что вам сказать. Вот вы у меня часто спрашиваете, какое идеальное средство для умывания жирной, проблемной кожи я бы могла привести в пример. Вот, пожалуйста, средство от Sapio является как раз одним из таких. Гель абсолютно не агрессивный, он практически даже не пенится. При этом он прекрасно очищает кожу и оставляет кожу удивительно мягкой после себя. Почему? Потому что в составе этого геля есть мочевина и разные виды кислот, включая гликолевую, яблочную, винную. На самом деле, мне кажется, что этот гель для умывания подойдет не только коже с акне, не только коже проблемной. Он настолько мягкий, увлажняющий и настолько сбалансированный, что я думаю, и обладатели просто комбинированной непроблемной кожи или жирной непроблемной кожи по достоинству оценят этот продукт. Он подкисливает кожу, что и должно делать средство, предназначенное для жирной кожи или кожи с акне. Кожу интенсивно смягчает за счет кислот и мочевины, при этом делает это очень деликатно. Еще раз, как пользоваться подобного рода продуктом? Перед его использованием хорошо воспользоваться очищающим молочком или гидрофильным бальзамом и использовать этот гель уже как второй этап умывания. Тогда это будет идеальное мягкое очищение, которое обладает правильными свойствами для проблемной и жирной кожи. Пользуюсь этим гелем с огромным удовольствием. Кто искал подобного рода продукт, чтобы мочевина была в составе и кислоты, попробуйте. Замечательное средство. Единственное, что запах у него такой достаточно ощутимый, но запах красивый, потому что на мой личный вкус, на мой нюх пахнет имбирем и лемонграссом. Знаете, такими палочками, которые мы кладем в суп том-ям. Почему-то у меня возникла такая ассоциация, но запах очень приятный. Действительно, искренне рекомендую вам этот гель. Далее, лосьон для лица из линейки Astaxanthin Ageless. Про Astaxanthin, про этот чудесный, мощный антиоксидант я на канале на своем рассказывала. У меня есть даже отдельное видео, пусть старенькое, но до сих пор актуальное, посвященное этому антиоксиданту. Это лосьон, мы используем его на этапе тонизирования, то есть вы можете нанести его либо в ладошки, либо на ватный диск. Я наношу его на ватный диск. Помимо астаксантина, антиоксидантов, экстрактов, здесь содержится один очень интересный компонент, который призван увлажнять нашу кожу. Называется этот компонент пентовитин. Это запатентованный комплекс, на самом деле, из нескольких растительных углеводов и экстракта пшеницы. Этот компонент способен связывать влагу в коже и удерживать ее. Также пентовитин является богатым источником витамина Е, он повышает тонус кожи, делает ее более упругой, более увлажненной.
И несмотря на то, что это 100% натуральный косметический ингредиент, действует он прекрасно и надолго удерживает влагу в глубоких достаточно слоях кожи. Еще раз, это все доказывает вот что, что можно делать натуральную косметику, но при этом прибегая к помощи науки. Я вообще очень часто отказываюсь от натурального ухода, который мне предлагают прислать на обзор, потому что я смотрю в состав таких средств и понимаю, что кроме экстракта ромашки и лопуха мне не о чем вам будет рассказать, поэтому от большинства таких предложений я отказываюсь. Здесь я посмотрела в состав этих средств, поняла, что хочу принять это предложение. Во-первых, мне показалась интересной концепция марки, мне очень нравится оформление, я совершенно не кривя душой могу сказать, что это одни из самых красивых средств и одних из самых эстетично оформленных, которые я видела, ну, по крайней мере, за последнее время. Очень лаконичный, красивый дизайн, сочетание золота, черного, белого, при этом ничего лишнего. Ну и, конечно, главное для меня – это не оформление, хотя, согласитесь, оформление для нас тоже очень с вами важно – это составы. Мне кажется, эта марка – пример того, что можно делать, еще раз повторюсь, натуральные составы, но при этом абсолютно выверенные с научной точки зрения и рабочие. После того, как вы наносите этот лосьон на кожу, вы чувствуете, что кожа стала более смягченной, более увлажненной, при этом лосьон хорошо впитывается и подойдет для любого типа кожи, по моему мнению. Прекрасное средство. Следующий продукт – это сыворотка с ацеролой и витамином С. Обратите, пожалуйста, внимание, что все кремовые продукты находятся не в открытой таре, все они имеют дозатор. В этой нежной кремовой сыворотке, которая очень хорошо ощущается на коже, есть разные антиоксиданты. Есть аскорбилтетраизопальмитат, это самая стабильная форма витамина С, и есть растительные источники витамина С. Что бы я хотела вам напомнить про аскорбилтетраизопальмитат? Эту форму витамина С рекомендуется использовать на ночь, потому что при взаимодействии с УФ-излучением аскорбилтетраизопальмитат, наоборот, способствует выделению свободных радикалов. Поэтому именно эта форма витамина С рекомендована к использованию на ночь. Она подходит даже для очень чувствительной кожи. Она действительно высоко стабильна и подходит совершенно спокойно даже в сочетании с кислотами, например. Помогает коже в осветлении пигментных пятен, защищает гиалуронидазу от распада. В общем, прекрасная форма витамина С. Тоже могу вам рекомендовать эту сыворотку. Она действительно очень легко ощущается на коже. Такая консистенция гель-крема. И впитывается она, ну, практически одномоментно. Тоже мне кажется, что этот продукт подойдет как очень сухой коже, так и очень жирной. Кстати, хотела отдельное внимание уделить ароматам. Аромату вот этого лосьона и аромату этой сыворотки. Это очень-очень нежные, практически неощутимые и практически мгновенно испаряющиеся. То есть вы чувствуете аромат только в момент нанесения. Тонкие, цветочные какие-то ароматы. Нежные-нежные, приятные-приятные. Практически неощутимые. Очень мне понравились ароматы. Скульптурирующий крем для лица из линейки Ageless. Тоже он на основе астаксантина. Действительно, эта сыворотка очень богата по своему составу и действительно является моделирующей. Сейчас объясню почему. Помимо того, что в этой сыворотке есть антиоксиданты, причем как антиоксиданты растительного происхождения, так, например, и токоферол ацетат, есть в составе центелла азиатская, далеко не на последнем месте. О прекрасных свойствах центеллы мы с вами знаем. Она прекрасно подходит как проблемной коже, так и коже возрастной, а может быть возрастной и проблемной, потому что центелла азиатская, во-первых, помогает выработке коллагена первого и третьего типа, а во-вторых, модокососит и азиатикозит, которые выделяются из нее, прекрасно также работают с воспалениями акне и обладают заживляющими свойствами. Здесь есть также и вот этот вот увлажняющий компонент пентовитин, который есть и в лосьоне из этой же линейки. Действительно, этот крем хорошо увлажняет кожу, но при этом он тоже прекрасно впитывается, не оставляя жирной пленки на лице. Но меня очень заинтересовал еще один компонент этого крема, который называется Volume. Это его торговое название по номенклатуре NCI, и в составе вы его найдете. Он называется пальмитоил изолейсин. Итак, что же это такое? Это липофильный продукт, то есть непосредственно связывающийся с адипоцитами, с нашими жировыми клетками. Как и положено, подобного рода ингредиенты приходят к нам из средств для груди, потому что они увеличивают объем груди, препятствуют ее провисанию. Мы знаем, что такой компонент немножко под другим торговым названием встречается в корейской косметике, и вот встречается он здесь, при том, что он натуральный и не требует консервации, это не химия.
производитель этого ингредиента особенно отмечает. Да, конечно, эффект явный мы получим на зоне декольте, но также он указывает, что прекрасный результат отмечается на глазах, щеках, губах и руках. Мне очень импонирует, что рескульптурирующим этот крем производитель назвал не для красного словца, а действительно составом подтверждает полностью заявленный эффект. Состав у него прекрасный, опять же упаковка с дозатором, смело могу вам рекомендовать, очень комфортный в применении продукт. Крем для глаз из этой же линейки Astaxanthin Ageless. Для меня некоторым разочарованием было, что в этом креме не содержится вот этого компонента волюформа, который призван восполнять объемы, потому что, конечно, объем у меня вот уже утрачивается буквально на глазах, на коже под глазами. Ну, видимо, клинические испытания не подтвердили эффективности этого препарата, этого компонента на этой зоне. Вообще состав, что тоже для меня является большим плюсом, от крема для лица отличается, причем отличается значительно. Не хочу ни на кого показывать пальцем, но очень часто бывает такое, что крем для глаз и крем для лица – это примерно одно и то же, но в лучшем случае добавят поменьше консервантов. Здесь же видно, что авторы этого бренда, создатели этого бренда действительно продумывали концепт каждого продукта, потому что состав, еще раз повторюсь, крема для глаз отличается от состава крема для лица. Чем отличаются? Сюда входят смягчающие компоненты, сюда входит молочная кислота. Кстати, молочная кислота, как стабилизатор pH, входит в очень многие продукты. И сам производитель неоднократно подчеркивает, что все средства являются pH сбалансированными. Я сразу же залезла в состав, я-то меня не проведешь красивыми этикетками. И я понимаю, конечно, что молочная кислота, она не только здесь будет нести пользу коже, дополнительно ее увлажняя, но она также является таким pH-стабилизатором. Так вот, в составе этого крема, помимо молочной кислоты, есть антиоксиданты, конечно, есть астаксантин и есть противоотечные компоненты растительного происхождения. Нет волюформа, нет компонентов, которые способны переувлажнить кожу и тем самым спровоцировать отеки. Вот в чем грамотный подход производителя. Крем этот мне очень понравился. Единственное, что будьте осторожны, его нужно наносить просто микрокаплю. То есть вот этого вам будет достаточно. Я поначалу нанесла его щедрым слоем, как я обычно люблю это делать, и он у меня стал скатываться под консилером. А когда я стала наносить его вот буквально одну каплю, он очень хорошо впитывается, моментально как-то усаживается, и никаких скатываний не было. А к слову сказать, крем для лица я могу наносить достаточно щедро, он не скатывается. Вот только небольшой такой нюанс возник с кремом для кожи вокруг глаз. А так крем просто прекрасный, глаза на утро свежие, нет никакого отека, кожа хорошо увлажнена. Крем также является прекрасной базой под макияж. Ну и мы говорили с вами, когда я представляла вам свою пирамиду по уходу за кожей, что антиоксиданты – это основная потребность нашей кожи. И в моей пирамиде антиоксиданты занимали вторую по важности ступень, потому что защита от свободы радикалов, действительно, как говорят нам в бренде Sapio, это наша основная задача. Здесь дело не идет даже о красоте, здесь дело идет о нашем здоровье. Ну и, конечно, где здоровье, там и красота. Ну и последнее, что я хочу вам показать, это коллаген. У меня это версия Double Power. Здесь 10 тысяч миллиграмм коллагена. И у них есть разные версии этого коллагена. Вообще там интересные достаточно биологически активные добавки. Они больше действительно направлены на антиоксидантную защиту, на укрепление иммунитета. То есть вот такого вот рода. Здесь богатейший состав, потому что здесь не только коллаген, это жидкая такая субстанция. Здесь не только коллаген, здесь всевозможные витамины и С, и группы В. Здесь есть и медь, гиалуроновая кислота, силика. Здесь много экстрактов всевозможных фруктов. Этот концентрат основывается на соке апельсина, яблока, мандарина, гуавы, папайи, лайма, манго, граната, винограда и так далее. То есть, пожалуйста, имейте в виду, у кого, например, аллергия на какой-то из этих фруктов или ягод. И этот коллаген имеет вкус, он как сок. И вообще вот этот вот концентрированный коллаген, этот сироп, действительно воспринимается как сироп. И его большой недостаток в том, что он очень вкусный, потому что он стоит у меня на кухне, каждый раз, когда я иду попить воды, думаю, налью для вкуса. И, в общем, я настолько надобавлялась для вкуса, что у меня бутылка это уже практически пустая, мне кажется, где-то четверть осталась. Но он действительно очень вкусный, получается вот такой вот напиток, немножко сладковатый, с фруктовым вкусом. Ваше здоровье!
Здесь, кстати, рыбий коллаген используется. Вы знаете, что рыбий коллаген усваивается лучше и он чище. Что хочу сказать вообще, в принципе, о подходе компании к биодобавкам и о том, как происходила наша коммуникация. Я вообще никакие добавки не беру на обзор и даже не отвечаю на такие письма, когда мне пишут. Но ребята поступили очень хитро. Они сначала мне написали про косметику, а потом написали про коллаген. Я им ответила, что я смогу взять коллаген, только если они мне предоставят все документы. Я была готова к тому, что мне никто ничего не предоставит, потому что обычно не предоставляют. Вот такие переписки с другими компаниями у меня обычно заканчиваются ничем. Здесь через 5 минут на моей почте уже были все сертификаты, протоколы испытаний, сколько там чего содержится, протоколы безопасности. Я поняла, что мне стоит иметь дело с этой компанией, потому что это серьезная и открытая компания. Если у вас есть какие-то вопросы по добавкам, по продукции, я думаю, что вы тоже можете написать и получить подобного рода документы. Такая вот открытость, такая безбоязненность вообще взаимодействия с покупателем, с потребителем, с блогером, это очень важно. Для меня это огромный плюс и значит, что компания работает честно. Коллаген, кстати, этот произведен в Швеции. Ну, о результате говорить пока рано, потому что кто-то его высосал раньше положенного срока, то есть он вообще достаточно экономичный. Сапио, не делайте такие вкусные коллагены, потому что они невозможно остановиться. Но вреда, конечно, не будет от того, что я выпила столько этого коллагена. Я, правда, не одна прикладывалась к этой бутылочке. Ну, может быть, мне Сапио еще пришлют. Какой итог я могу подвести нашей с вами беседе? Я очень рада, что состоялось мое знакомство с брендом Сапио. Я вообще очень радуюсь, когда у меня есть возможность показать моим зрителям натуральные, но при этом эффективные продукты, потому что некоторая часть моих зрителей мне регулярно пишет, что из того, что я показываю на моем канале, они для себя ничего не могут выбрать, потому что это не натуральное. Где-то содержатся парабены, где-то минеральное масло, где-то какие-то более активные ПАВы и так далее, и так далее. Поэтому для определенного сегмента своих зрителей я всегда стараюсь показывать какие-то натуральные продукты. А таковых, вот, которым тянется рука, которым не хочется купить или которым не хочется взять на обзор, их очень мало. Потому что, еще раз повторюсь, да, натуральные, но совершенно пустые какие-то составы. У Сапио мне понравилась не только открытость, а не только честность их работы, такая кристальная, как мне кажется, прозрачность их работы, но и концепция этого бренда. Они не наворачивают лишнего, они не хватают звезд с неба, они не придумывают того, чего нет. Каждое их слово можно подтвердить составом. И несмотря на то, что состав этот натуральный, он действительно подтвержден научным знанием. Можно делать натуральную и эффективную косметику. Оформление, как я уже сказала, заслуживает только похвалы. Я совершенно искренне могу вам порекомендовать этот бренд. Пожалуйста, пишите в комментариях, кто знаком с этой продукцией, что вам понравилось, а что нет. Пожалуйста, напишите, о каком бы еще натуральном бренде вы бы хотели поговорить на моем канале. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца, и мы увидимся в следующем видео. Всего хорошего, пока!